Борьбу с бумажным спамом продолжают в городе. Добровольцами по уборке расклеенных рекламных объявлений становятся активные жители, сотрудники администрации и волонтеры. Например, в Приокском районе. В рамках месячника по благоустройству у нас начата работа уже не только по сбору мусора, да, но также и очистка фасадов жилых домов, да, других зданий, сооружений, от незаконных объявлений, от рекламы, то есть зачистка, закраска надписей. Жители часто обращаются о том, что очень много вот этой рекламы, которая совершенно не нужна, и что вот эти вот рекламщики заклеили все фасады. И, естественно, эти обращения сразу принимаются в работу.